Южный Кенсингтон, центр британской столицы. Этот респектабельный район Лондона всегда привлекал очень богатых людей со всего мира, русских олигархов и арабских шейхов. Сейчас все больше обращений поступает от французских миллионеров. Спрос по всей Европе на лондонскую недвижимость упал на 10%, но интерес французов повысился сразу на треть. Они ищут элитное жилье, особым спросом причем пользуются объекты стоимостью от 5 миллионов фунтов. У причины, которая побуждает французов скупать недвижимость в Лондоне, есть свое имя – Франсуа Олланд. Если соперник Николя Саркози выиграет президентскую гонку, миллионерам Пятой Республики придется отдавать 75% от своего годового дохода, если он больше миллиона евро. Это настоящий рекорд для Европы. Они теперь рассуждают так. Если я заработаю еще 1 евро, налог на него составит почти 1 евро. Тогда либо я не работаю вообще, либо делаю это в другой стране. Настолько высокие налоги могут заставить передумать даже тех, кто никогда не собирался уезжать из Франции. Если Франсуа Олланд победит во втором туре из-за его финансовых реформ, страну могут покинуть несколько тысяч обеспеченных французов. Скорее всего, они направятся в Лондон, крупнейший финансовый центр Европы, или же в налоговые гавани, такие, к примеру, как Каймановы острова.